Добрый день! Вы на канале Приусадебное хозяйство. Кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Сегодня готовим очень вкусные и быстрые в приготовлении булочки с чесноком и зеленью. Для этого нам понадобится мука, стакан кефира. Здесь у меня и кефир, и немного я сметаны добавила. Одно яйцо, сахара чайная ложечка, 100 грамм растительного масла и 50 грамм маргарина. Соль, пол чайной ложечки соли. Замешиваем тесто, выливаем кефир, стакан кефира, здесь добавила я вот еще немного сметанки, выбиваем одно яйцо. Добавляем сахар. Добавляю маргарин. Добавляем растительное масло и пол чайной ложечки соли. Так, все это перемешиваем. Добавляем муку сюда и замешиваем тесто. Можно вместо маргарина добавить масло сливочное, кусочек. Все должно быть комнатной температуры. Маргарин у меня вот мягкий, так размешала. И теперь добавляю... Нет, теперь нужно еще добавить разрыхлитель или соду. Но у меня разрыхлителя нет на данный момент. Я буду добавлять соду. Добавляю вот соду, огашенную уксусом. Гашу я ее с той целью, чтобы не было запаха соды. Вот чайная ложечка соды здесь. Добавляем муку. Добавляем в 2-3 этапа. Смотрим по консистенции теста. Теперь руками вымешиваем тесто. Тесто должно быть мягенькое, сильно не забитое мукой. Вот такое вот получилось у меня мягенькое тесто. Вот, уже к рукам оно не липнет. Теперь совсем мягкое. Теперь я буду с него делать колобочки и выпекать. Берем тесто немного, ну, примерно вот такие вот. Скатываем булочки и складываю на противень. Так формирую все булочки. Вот со стакана кефира у меня получилось 8 таких булочек. Можно на булочках сделать небольшие разрезы.
А можно оставить просто так. Сейчас я их смажу яйцом сверху и буду запекать. Запекать буду в духовке при температуре 180 градусов. Вот теперь булочки смазываю яйцом слегка. И буду запекать. Духовка уже предварительно у меня разогретая. Когда булочки спекутся, их можно посыпать чесночком, зеленью. Ну вот, все булочки смазали, теперь отправляем в разогретую духовку. Ну, вот такие получились булочки. Пробую зубочисткой, пропеклись или нет. Тесто не берется, значит, уже полностью готовы. Вот такие вот получились булочки. Сейчас мы их смажем чесночком, укропчиком. Выдавливаем чеснок вот. Одной рукой неудобно держать. Добавляем сюда укроп. Добавляем соли немножко. Добавляем растительное масло. И водички. Все перемешиваем и смазываем наши булочки. Вот такие получились булочки за полчаса. Мягенькие, хорошие.